22 августа наша страна отмечает День государственного флага, одного из главных символов России. На площади перед Домом культуры Станицы Северской прошел красочный флешмоб, посвященный празднику. Отличное настроение в этот день дарили солисты, а также хореографические коллективы района. Со словами поздравления выступил глава муниципалитета. Сегодня на самом деле большой, великий праздник нашей страны. Наша гордость. Я как патриот своей страны, как гражданин, не хотел бы нигде в другой стране жить, родиться. Посмотрите, какие замечательные у нас дети. Какая Станица, какой район, какая Кубань и наша великая страна. Есть что беречь, есть что любить. Праздник чествования флага поистине народный. Это важный день для миллионов россиян, которые любят свою страну и чтят ее традиции и культуру. С каждым годом день, посвященный государственному флагу России, отмечается все масштабнее. Одна из традиций в этот день – вынос огромного полотнища триколора на площадь перед районным домом культуры. В этом году триколор отмечает юбилей. Ровно 30 лет назад над Белым домом в Москве он был впервые поднят в качестве государственного символа и заменил собой красное полотнище с серпом и молотом.